Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Татьяна Гукалова, директор трогательного зоопарка. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте, может быть, с вами сразу представим нашего третьего участника. Кто это у вас на коленочках сидит? Сегодня со мной пришел такой малыш. К сожалению, пока у него нет имени, потому что он еще совсем крошечный. Он впервые знакомится, скажем так, с другими людьми. Это крольчонок, ему сейчас 1 месяц. С ним, я так понимаю, тоже можно познакомиться в стенах вашего зоопарка. С ним можно будет в скором времени познакомиться, потому что пока он еще живет отдельно, вот, но буквально через пару недель он уже перейдет в общий загон. Татьяна, если можно, несколько слов о вашем трогательном зоопарке. Сколько лет вы уже работаете у нас в Рязани и с какими зверушками можно познакомиться? Мы работаем уже 4-й год, и каждый раз количество и виды животных увеличивается. Сейчас мы занимаем достаточно большую уже площадь, больше 400 квадратных метров. И у нас можно познакомиться как и с совершенно простыми животными, такими как кролики, например, курочки, козочки, овечки, так и с достаточно сложными рептилиями. Недавно у нас появились белки. Также обычно очень интересно людям бывает общаться с енотами, например. Ну и, конечно же, есть и такие необычные, как, например, страусы. Кто, не знаю, может быть, дольше всего живет в вашем зоопарке? Если говорить о старожилах, то с открытия у нас, например, живет крокодил Геннадий. Он ровесник нашему зоопарку, можно сказать, чуть-чуть он постарше. Мы его взяли в возрасте пары месяцев, то есть сейчас ему около 3,5 лет. Он у нас вырос очень сильно. Когда мы его брали, он был порядка 25 сантиметров. Сейчас он уже около 1,5 метров. Вместе с ним растет и его террариум, соответственно. И он радует нас день ото дня. Думаю, будет радовать еще очень долго. Хорошо, что радует. А все-таки трогательный зоопарк предполагает какое-то общение с крокодилом. Тоже можно как-то пообщаться, потрогать его? Ну, если у кого-то есть лишние руки, то, в принципе, конечно, можно. Нет, естественно, у нас есть животные, которые не контактируют с человеком. Это касается некоторых рептилий. Но может касаться также и самых простых животных, когда они находятся, например, когда самочки беременны, мы не разрешаем общаться посетителям с такими животными. Или когда контактные змеи находятся в периоде линьки. Тоже как бы не хотелось посетителям, как бы они не уговаривали, в эти периоды животных брать на руки нельзя. Вообще, такое явление, как контактный зоопарк, насколько оно популярно на сегодняшний день в России, и насколько посетители интересуются, да, вот именно таким видом зоопарка, общением с животными? Я думаю, что популярны не столько контактные зоопарки, сколько общение с животными все-таки. К большому сожалению, в частности, у нас в городе отсутствует культура посещения зоопарка, потому что на протяжении долгих лет у нас не было такого явления, как зоопарк. Когда-то приезжали какие-то выставки, но как такового все-таки зоопарка в городе не было. И поэтому иногда возникают некоторые сложности с посетителями при общении с животными. И одной из наших задач является как раз-таки научить людей общаться с животными так, чтобы это было комфортно для всех. Потому что зачастую, покупая билет, человек считает, что он приобретает себе право делать с животным то, что хочется ему. То есть, например, там сжать, дергать, еще что-то, не думая о том, насколько это дискомфортно для животного. В то время как существует масса способов сделать это общение комфортным для обеих сторон. Допустим, те же кролики, вот сейчас он мне абсолютно спокойно сидит на коленях, ему это явно не доставляет никакого дискомфорта, его можно погладить по спинке, ему это будет приятно, скорее всего, он даже задремет, я думаю, в процессе съемок. И сейчас вот мы увеличили штат смотрителей даже ради этого, чтобы можно было подойти практически к каждому, показать, объяснить. И радует то, что когда начинаешь разговаривать с людьми, они откликаются, понимают,
Допустим, сейчас у нас живет пара енотов, живут уже достаточно давно, мы их брали маленькими щенками, сейчас они выросли. У них очень большой просторный дом сейчас стал, и самочка находится в положении, уже совсем скоро мы ожидаем малышей, буквально со дня на день. И, естественно, мы сейчас перестали пускать к ним людей. Очень многие приходят и возмущаются, говорят, что мы пришли только ради енотов, верните нам деньги. Иногда доходит там даже до скандалов, начинаешь разговаривать, объяснять, что вы поймите, самочке уже тяжело, ей нельзя нервничать. Это может привести к достаточно печальным последствиям, потому что если животное находится в стрессе и у него происходят, да, роды, он может там загрызть своих малышей, произойти что-то непоправимое. И люди в большинстве своем все-таки откликаются. Я думаю, что в процессе мы какую-то культуру все-таки воспитаем в отношении животных, общения с животными. Татьяна, в последнее время многие общественные организации, активисты выступают против дельфинариев, трогательных зоопарков. Но объясняя это тем, что животным там некомфортно, некомфортно, когда постоянно их кто-то, да, тискает, гладит. Вот с вашей точки зрения, насколько эти претензии обоснованы, что вы уделяете внимание тому, в каком состоянии ваше животное находится, мы поняли, а просто вот ваше мнение вот по данному вопросу. Вы знаете, может быть, от меня это прозвучит и странно, но во многом я бы даже поддержала этих активистов. Я думаю, что тот закон, который у нас многие годы уже пытаются принять, никак не примут, он нужен. И нужен не только, скажем так, для успокоения активистов и неравнодушных граждан, а нужен и для нас, для тех, кто занимается контактными трогательными зоопарками. Потому что если этот закон будет разумным и действительно защищающим права животных, то хуже для зоопарков не станет. А кто вообще чаще приходит? Ну, скорее всего, взрослые с детьми, да? Или все-таки только взрослые тоже могут к вам прийти? Вы знаете, если когда мы открывали, шли как раз-таки в основном дети, то сейчас приходит очень много молодежи, причем молодежи заинтересованные, задающие вопросы. Приходят не только, скажем так, потискать, а приходят именно что-то узнать. У нас даже среди молодежи уже появились постоянные посетители, которые не только уже спрашивают, а приходят и рассказывают нам про наших животных, какие-то интересные моменты, и мы тоже у них учимся. И это очень радует. Стало очень много пенсионеров приходить. Пенсионеры тоже приходят не потискать и не погладить, они приходят к нам отдыхать. У нас увеличилось количество лавочек благодаря им. Они приходят и просто релаксируют у нас в зоопарке, приходят, отдыхают. Насколько я знаю, животных можно не только погладить, вступить с ними в какой-то такой непосредственный контакт, но еще и покормить. Да, у нас можно животных покормить специальными кормами. Естественно, мы всегда всех предупреждаем на кассе, что нельзя кормить чем-то из своей сумочки. Потому что многие тоже пытаются угостить, сделать лучше животному. Говорят, ой, бедненький, что же вы едите? Один комбикорм, да капустку, да морковку. На тебе печеньку или конфетку. Мы тоже объясняем, что для животных это вредно. Да, они с удовольствием съедят, когда, допустим, маленькие дети, да, хватают и, возможно, ели бы одни конфеты с удовольствием. Но у них должен быть определенный рацион, это должны быть сбалансированные корма, определенные корма, и всем подряд, конечно, их кормить нельзя, как бы этого ни хотелось. А если посетители хотят из дома принести, ну, что-то полезное, ту же самую морковку или капусту, это можно сделать? Мы разрешаем приносить свои овощи с условием того, что они должны быть обязательно вымыты, почищены, и мы обязательно проверяем на кассе, задаем вопросы, просим показать то, что люди принесли. Обязательно предупреждаем, что если вы хотите принести, например, яблоки, это должны быть наши яблоки, собранные в России, скажем так, не импортные, без воска, без всяких обработок, потому что это тоже очень для животных вредно.
Ну, вы сказали, что со временем, вот видите, у вас и площади расширяются, и животных становится больше. Насколько я знаю, у вас ведь по стране сеть, да, трогательных зоопарков, и происходит какой-то обмен животными. Обмен происходит не только в рамках сети трогательных зоопарков. Сейчас мы сотрудничаем и делимся опытом и с другими контактными зоопарками, достаточно крупными, допустим, в Москве, в других городах. И я думаю, что это тоже очень хорошо, что стало налаживаться такое общение именно в плане передачи какого-то опыта, знаний. Ну и, конечно же, происходит обмен животными. Может быть, в планах у вас есть приобрести каких-то новых животных? Да, есть такие планы. Сейчас самое, скажем, такое желаемое для нас, наверное, животное – это кенгуру Бенетта. Для нее, в принципе, уже готов даже дом. И я думаю, что в ближайшее время все-таки появится у нас в зоопарке настоящий кенгуру. Татьяна, скажите, пожалуйста, а есть наверняка у посетителей, у разных групп посетителей любимчики? Вот те, кому специально приходят. И как они отличаются у детей и у взрослых? Безусловно. Ну, как правило, у детишек, у достаточно маленьких детишек, это, скорее всего, кролики, морские свинки, скажем так, пушистики, которых все-таки можно погладить, взять на ручки. У нас даже есть одна постоянная посетительница, девочка, ей, наверное, лет 5-6. Так вот, она всем почти 30 нашим кроликам дала имена, она их различает, что даже мы зачастую там не всегда делаем. И каждый раз она приходит, всех их по именам перечисляет. Если, не дай бог, какого-то кролика не хватает, она обязательно спросит, где этот кролик, и обязательно убедится в том, что он на месте, что с ним все в порядке. А у взрослых? Взрослые, как правило, проявляют больше интерес к рептилиям, каким-то таким более интересным формам. Ну и, конечно же, еноты – это фавориты, наверное, всех возрастов на данный момент. Это самые популярные животные, которых любят все. Ну вот сейчас вы сказали, с енотами по понятным причинам общаться нельзя. А можете сказать, вот когда уже будет можно, возможно, телезрители также захотят прийти именно в гости к енотам, чтобы они знали наверняка? Сейчас за ними очень интересно наблюдать. Я думаю, что еще более интересно станет, когда все-таки щенки появятся на свет, потому что воспитание потомства енотов проходит достаточно интересно. Гораздо интереснее, чем, например, у кошечек и у собачек. Они действительно воспитывают своих щенков, они их учат полоскать, они их учат есть. Я думаю, что это будет безумно интересно наблюдать, с учетом того, что сейчас в енотятнике у нас огромное панорамное стекло, то есть можно видеть все моменты их жизни, в том числе и когда они находятся в домике, в своем убежище. А непосредственно внутрь к енотам мы начнем пускать, когда щенкам исполнится как минимум 1,5 месяца. Скажите, в вашем зоопарке вы устраиваете какие-то мероприятия для детей, возможно, по выходным, когда их можно посетить? Да, у нас проходят тематические мероприятия, посвященные каким-то календарным праздникам. Помимо этого, сейчас мы запускаем новый проект. Это будет с названием еще, скажем так, не до конца определились, но, скорее всего, это будет школа юного зоолога, где детишки смогут учиться общению с животными, учиться ухаживать за животными, правильно ухаживать за животными, потому что очень часто сейчас дети просят домой животное как игрушку, абсолютно не осознавая того, что его нужно как минимум кормить, за ним нужно убирать. То есть дети действительно этого не понимают, не осознают, что это такое же живое существо. Поэтому мы решили, что это будет актуально показать, рассказать, дать попробовать поучаствовать в каких-то процессах. Татьяна, ну вот сегодня у вас есть возможность пригласить тех, кто, возможно, еще не посетил ваш трогательный зоопарк, в гости. Можете обратиться к рязанцам. Мы ждем всех рязанцев и гостей нашего города в трогательном зоопарке в торговом центре М5 Молл ежедневно с 10 до 10 часов вечера.
Спасибо вам огромное. Я напомню, что в гостях у нас была Татьяна Гукалова, директор трогательного зоопарка, который располагается в торговом центре М5 Молл. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти. Ну, а нашим телезрителям мы желаем всего самого наилучшего и прощаемся до следующих выпусков.